Так, ребят, это видео будет про легендарного Mercedes 210, которого я нашел пару дней тому назад здесь, в Северной Японии. Машина немножко грязновата, то есть, но сам вот вы увидите видеоклипы. Не знаю, машина просто в отличном состоянии. Я даже сам, когда удивился, я не мог поверить своим глазам, потому что сама машина прям как новая. То есть такое чувство, что как будто она вышла с конвейера вчера, и просто владелец ее купил прямо вчера. То есть это прям, не знаю, это как ностальгия такая, вот как будто возвращение во время, 20 лет тому назад, как это все было. Но автомобиль реально классный, даже вот эти передние фары, которые я увидел, они просто чистые, они вообще даже не замутневшие, то есть я вообще удивился, не мог поверить своим глазам. То есть мне так кажется, что этот автомобиль либо его держали в гараже постоянно за эти 20 лет, и у него, наверное, маленький пробег, либо просто очень ухаживали. Но я здесь просто удивлен, потому что в Японии здесь очень много есть машин, за которыми просто очень хорошо ухаживают люди, просто это, я не знаю, и поэтому не переключайтесь, будет интересно, и также ставьте свои комментарии под этим видео, что вы думаете об этом автомобиле и вообще какие вот марки Мерседесов или других машин вам нравятся. А я за это время, что я буду здесь находиться, я буду разные вот машины искать или вообще разные другие вещи снимать вам, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч!